Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов. Плей у нас опять ББС. Кто-то пишет в комментариях BBC, так не BBC же, BBC-то это буква другая, и ты мать, это вообще совершенно разные буквы, это ББС. Beast Battle Simulator, мы проходим челленджи, потому что все войска мы, в принципе, изучили, посмотрели. Кто-то меня расстроил, на самом деле, в комментариях, и сказал, а вдруг этого еще вообще просто нет, они не закрыты, их просто нет. Это будет печально, если честно, да, давайте будем надеяться на то, что они есть. Значит, какие-то ослы и свиньи я думал, устроили революцию. Окей, давай посмотрим. Что это еще за ослы и свиньи устраивают революции? Сейчас мы покажем им, что нельзя на этом нашем дворе, вот на этом, вот конкретно, бляха, на этом дворе, никаких революций быть и в помине, сука, не должно. Хорошо, у меня... А чё так мало денег выделено на борьбу с революционерами-то, я не пойму. Какие $350, вы чё? А, динозавров можно нанять, ну неплохо, давай, окей. Так, животные. Ну, по идее, смотри. Свиньи и ослы, кого они боятся? Они боятся хищников. Логично, что они боятся хищников, потому что это вроде как... Ну, свинья, она вроде как всеядная, а осёл-то он вроде травку жует. Поэтому нам нужен... Во. We need a crocodile. Иди твою мать. Раз, два, три, четыре. Четыре крокодайла и компик один. Два ноутбука побегут. Окей, давай посмотрим на них. Что это за херня еще? Алло, я не понял. Какая нахуй революция? Никаких революций здесь. Аллигаторы напали, блядь. Сожрали всех ослов. Вот и все, делов-то, ну. А чё-то этот уровень какой-то слишком легкий, по-моему, после того, что было с Тернозаром, это вообще какая-то лафа. Охереть. Нет, открывается. Хорош, бляха, отлично вообще. Так, пятый. Мощные пингвины. Пиздани пингвинский сквад. Ты можешь левой кнопкой по зверю... Да ладно, здесь уже можно контролировать зверей. Да ладно, сука. Вот еще, кстати, в комментариях писали, знаешь, что типа, вот ты так восхищаешься, что этим FNAF там story mode этот, что вот это, типа, люди просто спиздили чужие идеи и довели их до совершенства. И что мешает создателям идей довести свои игры до совершенства? Объясни мне. У тех людей, которые вот это сделали, хотя из чужой идеи, у них гораздо меньше времени было, чтобы доводить до совершенства, понимаешь? Они все-таки сделали, не поленились, поэтому никаких претензий я здесь не принимаю. Так... Да, и важное уточнение, это лучший в симулятор лучший симулятор я имел в виду вот в этих боевых, симулятор медведя, он никогда в жизни не станет, кем-то, кроме лучшего. Симулятор медведя — это лучший симулятор вообще, в принципе, жизни вот какой-то вот такой. А это я имел в виду военных симуляторов, вот этих, в которые мы с тобой играли. Может быть, есть еще лучше, я просто их не видел. Окей, поехали пить пингвинов. Что-то они оборзели совсем, эти тупузатые, они подъезжают и на пути куда-то скользят. Надо показать им, кто в Арктике хозяин, в конце концов. Так, у меня 500-ка, у меня есть... Flame Tower? А, так, пингвины. Ну, в принципе, а сколько она стоит? Она стоит 200. Ну, хорошо, давай, допустим, раз. А, на зверь должен, окей, на зверь надо положить, его на зверь надо положить. Так, допустим, сколько стоит это? 200? 200, значит, за 300 надо найти. Стегозавр или этот? Стегозавр. Ебать! Окей. Короче, прикол, знаешь в чем? Что-то хотел сказать, вылетел сейчас из головы. А, да, пингвины, они же эти живут, где там они, в Арктике, в Антарктике, внизу они живут, вроде как. И поэтому они по-любому ненавидят жару. У них толстый там слой жира, чтобы они не мерзли, ничего, а мы им сейчас немножечко жир-то подрастопим. Либо они умрут от того, что им жарко, либо потом от того, что им станет холодно без жира. Вот так вот, ну и чё? Эй, куда поехали-то? Ну-ка вернитесь! Сражайтесь как мужики, алё! У вас шапки горят, мужики! Вы чё, блядь? Они бессмертные, что ли, ну? Ёлка, блядь, новогодний, куда ты побежал-то?
На масленицу можно пингвинов вместо чучела стать. Вообще похеру, по-моему, смотри. Ему заебись. У него голова без шапки давно мерзла, а теперь все нормально. Ты куда пошел? Ты куда поехал-то, дружище? Верните, куда? Ладно, хуй с ним, пойдем погуляем. Ты что мне, куда тут меня ведешь-то? Им похеру, по-моему, вообще. Их не убивает это. А, нет, я выиграл. А ты чё же? Это, блядь, это единственные войска, которые бегут с поля боя, по-моему. Что в прошлый раз, когда мы с тобой пингвинов тестили, они... Ой, вниз пойдем. Они ведь тоже убегали с поля боя. Какого хера они уезжают с него? Пиздец. А ему, знаешь, как удобно с горящей головой кататься по снегу, когда снег, этот огонь горит рядом со снегом, начинает образовываться очень скользкая хуйня. Они могут просто первой космической разогнаться. Ну хорошо, пингвины, хорошо. А, давай дальше. А, какая-то месть. А, произведи месть на этих песках, предателях, используя только каких-то животных. Окей, без проблем. Песочные предатели должны получить по заслугам, потому что они кого-то предали. Ну, хорошо. Так, тут у нас пушки, животные, хорошо. Тут у нас кто? Гиены, собаки, сука, это львы and crocodiles. Окей, так, а кто? А как в смысле, используя только каких-то prey, не знаю, что такое prey. Ну, допустим, это все хищники. Нам с тобой пологичнее, по идее-то, знаешь, что сделать? Внезапность, бесповоротность и мозговая начальственность — это когда обычные жертвы убивают собственных хищников. Хорошо, зебра. Первым делом это дело будет производить зебра. Зебров сколько? 5. Хорошо. На зебр мы поставим по... Бляха, как дорого все это стоит. По-моему, идея с этой хуйни отменяется. Так, ладно, окей. Пустынная музыка такая веселая. Так, и зебрами должен кто-то командовать. Я уж не знаю, пусть зебрами командует... А, это осел. Нет, давайте зебрами будет командовать... Жираф. Он высокий, ему оттуда видно. И он будет прострел. Блять, не хватает. Не хватает чуть-чуть. Блин, я хотел, чтобы он... Ну ладно, окей. 15. Собаки. Собаки. Ну, собаки, знаешь, собаки. Вот, и газели. Газели, они тоже, за ними тоже все охотятся. Поэтому они тоже пришли мстить. Они пришли мстить. И сзади одна газель. Во, нормас, смотри, то есть у нас спереди... Блин, надо поменять их, в принципе, местами. Ну ладно, у нас впереди пойдут... А кто вы? Я забыл. А, зебры! Это зебры. Зебры, они пойдут сразу, короче, первой волной накроют пламенем адским, блядь, вот это все хищное создание. Сверху жираф там все видит, он будет командовать, направлять, а потом газель просто долетит и рогами всех затопчет. Ну давай посмотрим. Давай! Жги, сука! Жги! Вот! Так, по-моему, кто-то горит. Да, все горят. Мой план сгорел. Мой план горит, пацаны. Нет, давай, жираф. Ты сможешь. Давай, жирафище. Давай. Ну что же ты? Ну иди же, пассатижи. Ну как же это все? А, ты просрал. Ну хорошо, окей, допустим. Знаешь, что стало лишним? Вот слишком быстро они... Слишком быстро они слились. Нам нужно, смотри-ка. Да, нам нужен миниган. Миниган на жирафа. Он должен быть вообще красавчиком. Значит, тогда, я, если не забуду, вебку принесу вправо. Здесь описание, я не знаю зачем, на самом деле. Здесь просто описание ненужное, поэтому я не буду переносить никуда. Здесь просто описание каких-то животных и все, хрен с ним. А, ну из этих. Стата их еще. Ладно, тогда перенесу вебку, так и быть. А, смотри-ка, значит, нам нужны не хищники. Нам нужно кто-то... Кабаны, допустим. Кабаны пойдут первым слоем. Блин, они знаешь, почему проиграли? Потому что их сразу снесли очень резко. Их просто растоптали. Давай кабаны будут налетать, они будут отвлекать. Просто кабанчики будут вообще жесткие пацанчики. Они будут на себя брать первый удар. Пока жираф отстреливает всех сверху. Черный медведь, зебра и острич. Что такое острич? А, это страус, острич. Ну давай, страус, острич. Он потом просто задолбит, знаешь, в темечко. Тот последний останется, как клюнет, сука, сверху. И насмерть. Окей, давай. Я тебе говорю, мы сейчас этих хищников покажем, кто здесь главный, сука, в этом доме. Спокойненько. Так, острич, нормально. Острич, пятнашка осталась. Оставим ее на потом. Окей. Давай, пацаны, давай мы сможем.
Хотя жираф всех расстреляет. Блин, такое чувство, что они просто сталкиваются друг с другом, сразу умирают. Кто сражается? На, кабаны мои, живы еще! Тихо, остались те. Нет. Убивай, последний. Бляха, крокодилы вообще не помирают. Смотри-ка, все крокодилы. Ах ты ж, ладно, окей, подожди-ка. Так, пойдем немножко с другой стороны. Нам нужно что-то, что их задержит. Элефант. Это слон. Сожрут очень быстро. Вот. Спереди поставим броню. Допустим. Дальше нам нужен кто-то. А почему бы и нет? Подожди-ка. Их 5, и они поедут все с огнеметами. Вот это будет нормас. И все, и в ноль. А еще 200 осталось. А куда их засунуть, 200? Я не знаю. Давай много собак. Много такс. Почему бы нет? Ну-ка, давай! Вот так вот быстро, да? Ты серьезно так мне говоришь? Они про... Что с вами, носороги? Они просто... Куда вы? Они просто на родном месте разлетели. Давай брать числом, окей. Что самое дешевое? Самое дешевое — собака. Хорошо. Не можешь брать стратегии, бери числом. А, мы не можем взять числом. Блях, тут всего 50. Да ты посмотри. Так, ну в принципе, кабанами было неплохо на самом деле. Опять перебор, ну ты посмотри. Так, ладно, много кабанов. Горилла с миниганом. Это очень классно. Убери одного, подожди. Да убери ты одного-то. Ну, бляха, не хватает маленько. Так. Да в смысле, я должен выбирать, чтобы их убрать? Вот это плохо. Так, вархог, значит, убери. 190, еще одного убери. На гориллу мы еще посадим огнемет. Вот так будет нормально. Давай. Ох, горилла как поносит, смотри, машет какой, мельница убийственная просто. О, пощади, горилла, ты чего? Вот она жмет. Ты понял, блядь, как она замотала, там вообще никто ничего понять не успел, там просто все в щепки полетели. Ну, гориллы, красавцы. Вот это войска, вот эти войска никогда не подведут. Так, топить, создавать башни, построй команду, чтобы сломать вот эту херню за минуту. Смотри за падением кратеров, какие-то, я не знаю, что это такое. Так, мне нужно это сломать, у меня 350. Допустим, стегозавр маленький, подожди, финбак. Маленький, берем стегозавра. Он сразу пойдет ломать. Так, остается полтишок, вот это внезапно. Тогда раптор еще. Ну-ка посмотрим, на что вы способны. Пацаны, у вас минуту, быстрее, пожалуйста. Музыка веселая. Вторую башню-то ударьте, ну! Не, ну это и затащит сейчас, осталось еще много секунд. Стегозавру вообще похеру. Давай, Раптор, давай, ты сможешь. Ну! Ну сломай ты еще, ты жив там вообще, нет? Или тебя придавило нахер? Блять, по-моему, его придавило, нет? Шиби, да не надо ящики сломать, шиби башню. Или надо именно все ящики сломать? Ты хорош танцевать, я тебе говорю, шиби башню, пожалуйста, шиби... А, подожди, можно же это. Во, спокойно. Тихо, я же могу управлять. Я забыл про это. Вот! Во, делов-то! Он что, тоже помер? Какого хера-то? Че помираешь-то? Так, ладно, 300. Бляха, их придавило ящиками. Вот это поворот, короче. Блин, надо что-то 350, надо что-то такое. Что-то прям такое, знаешь, зебры. А что, если много зебр поставить? Мне кажется, их тоже придавит просто. Все, окей, ну-ка давай зебры. Я же не знал, что эти ящики могут кого-то убить. Давай, эту сучку вали, одна зебра уже подохла. Сейчас остальные все подохнут. Во, нормас, давай зебры, ну вы почти справились.
Давай, затаптывай эту челядь! Ну, давай ее! Давай, пацаны, вы справитесь, я знаю, вы сможете. Давай. Да пошли единороги. Представляешь, что они единороги, и тебе будет веселее. Давай, осталось там пару ящиков, ребята! Возвращайтесь! А, все. Единороги без рогов и затаскивают, вообще нормально. Так, ящеры, тепло или не тепло, и волны. Три волны компусгнатусов приходит для тебя. Ну-ка, их убей. Окей, три волны гаснагнамбусов каких-то. Компсомкнагнусов. Отвратительные какие-то. Так, три волны, у меня 1000. Ну, здесь, естественно, надо брать турели, которые просто будут останавливать их, правильно? Шотган. Я прям вот так вот сделаю. Просто да и все дело. Ну, это же логично, это Tower Defense получается. Нужно просто завалить всю эту кучу. О-о-о-о. Какие быстрые спонт канонарстусы, вон еще одни бегут. Что-то они турели мои разнесли прям как охереть. Ну хорошо, так, давай другими динозаврами. Трицератопс за 1001. Бляха, мне кажется, клуб Тейл. Во, вот это нормально сейчас затащу, смотри. Мокрица. Родители, ежей. Во! Вот это я понимаю. Вот, красота, следующий. Заходи, заноси, завози. Давай. Еще разочек, не останавливаемся. Давай, все под вертушечку. Под вертушечку, нижний брейк. Блять, пополам разрезали, мать твою. Тихо, держись, пацан, держись, ты один. О, нет, держится, давай. Нет, живой. Давай, мужик, ты сможешь. Завалили его нахер, по-моему, завалили. Он так хорошо, он такой брейк выдавал. Так, подожди, тогда нужно заменить его на стегозавра. Во, эти тоже тот еще брейк раздают. Нормальный такой, бляха, ну. Да ишь, я тебе, твою мать, умещайся. Раз, два, во. И сатыга животных за полтишок надо найти. Животный мир за 50. Беру, отлично, смотри, раз, два, нормально, поехали. Опять единороги. Бляха, их растоптали уже, они бесконечно. Ну, тихо, дай сюда. Дай, я поуправляю. Давай. Во, давай. Ну-ка, ко мне подошли, быстренько. Ну, стегозавры сейчас затащат пулю. Так, меня не толкайся, слышь, свои вообще. Свои, я говорю, спокойно. Тихо. Во, здоровье мое не трогаем, алло. Кто меня кусает? Где эти сраные комары, спокойно? Тебя кусает кто-то? Ну-ка там на. Ну давай, последний остался, все. Когда вот эта херня замедляет, я думал, FPS впадает, когда замедление. Оказывается, это победа или проигрыш. Окей. Блин, за них можно управляться, вообще красота. Отлично. А камикадзе. Камикозы, блядь. Камикозы, сука. Понятно. Короче, побей животных, которые есть. Камикозы, блядь. Это же надо так. А, это мне использовать надо камикозов или что? Камикозы, блядь. А, буйволы какие-то и страусы. Камикозы. А, я понял. Как это? В смысле, я что-то не понял. Где камикозы-то? Вот тут написано, победить животных, используя... животных с бомбами только. Как? В смысле? Я не могу надеть животных с бомбами. В чем проблема-то? А, во, они все с бомбами. Ясно, понятно. Поехали. Ну разгоняйтесь быстрей! Взрывай! Да, нахуй! Салют! Опять салют. Ну давай! Камикозы, блядь. Как можно было это назвать, серьезно? Камикозы. А, так, военная зона горы. Это война. А, захвати гору с чужими турельками. Бляха, ну после камикоз меня уже, наверное, вряд ли что-то может удивить. Камикозы, сука. Ай, так, это турельки, значит, вот эта херня вряд ли стреляет вот 4-400, ну у меня полно вот так-то. Нужно что-то жесткое сразу, чтобы спинозавр, тирекс, ну давай, допустим. Только мне кажется, его сейчас расхерачивают очень быстро. Тирекс с миниганом, во-первых, и во-вторых. Ну они пока дойдут, блях, они в землю стреляют, дурни. Есть один хорош, второй.
О, один завал. Не, нормас, нормас, нормас. Что это за оборона? Кто это придумал? Ну-ка сюда начальника позвали, его сейчас уволят нахер. Делов-то. Они так медленно стали соображать, короче, эти пушки. Они просто взяли и проиграли мне. Ну как такое? А, птицы. Два. Представляешь? Продолжение культового блокбастера, где птицы нападают на больших созданий, разминаются и разлетаются в куски. Победи птиц из древности. Хорошо. Смотри. Прошлых птиц из настоящего, так сказать, мы убивали чем-то, что больше их 18 тысяч. Здесь мы повторим то же самое, но... Подожди-ка. А что, если я вот так вот сделаю? Если я сделаю красиво, по идее, почему бы нет? Миниган. Только надо, чтобы они не кучкой стояли, а то их нахуй всех быстренько расстреляют. Лазеры. Хорошо. Ну, это мы сейчас справимся без проблем вообще. Сейчас каждых войск по одному поставлю. Пушка. Так, не, пушка это херово, она слишком медленно перезаряжается. Вот миниган пойдет. Миниган это хорошо. Он быстро стреляет, а в подвижных противников нужно быстро стрелять, чтобы если ты промахнулся, ты смог потом стрельнуть еще разочек хотя бы. Так, ну так вот, поехали. Ой, да они даже одну линию обороны не сломали, что-то суки. Да, это херня, все, они нет, слишком много денег дали. Ну попадай, 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 красавцы, ну делов-то. Ну, ну давай. Ну один остался, пацаны, ну вы чё? Он читерит, слышь, он залетел за зону игры. Ну-ка спусти, а, все, он пикирует, ёпки. Ну как бомбардировщик камикозы, да, камикозы. Как можно было слово такое придумать? Камикадзе. Ну, они же, это же не просто ошибка какая-то, это реально слово. Да взорвите вы его, ребят, вас столько народу. Вы что, стрелять на разучились сверх, что ли? А, они в натуре, по ходу дела, пулеметчиков раздолбили, а эти только вперед стреляют. Охереть! Нормально так, вы что творите-то? Вы так херней не страдаете, окей. А, кровь на снегу. А, вооруженные с пулеметами лиц... А, разнесите ёбло вооруженным белым медведем полярным, хорошо. Без проблем. Это мы прямо сейчас начнем. Это мы прямо сейчас этим займемся. А. Что-то они не вооружены. 800. А это тоже вооружены будут? Да, они. Да, блять, нет, неинтересно. Давай, знаешь, что? Блин, да птеродактили! Вот, точно, они же летают. Они просто будут сверху разлетаться и убивать всех, смотри. Они же им даже ничего. А, вы только вперед стреляете. Ясно все. У этих мозгов маловато немножко. У них мало мозгов, они не понимают, что у них, если есть дальнобойное оружие, им не обязательно сближаться. Ладно. Полярные, значит, белые медведи. А давай белые против черных медведей. Почему бы нет? Раз, два, три. А сколько здесь всего? Раз, два, три, восемь, двенадцать. Много. Я дальше цифр не знаю. Давай сделаем так. Вот, расстановим ровненько, чтобы они друг друга не убивали. Наученный горьким опытом, мы будем делать так. Все, не хватает, окей. Я не понимаю, серьезно, кто-нибудь в голову им долбил, что если у противника нет ничего стрелкового, а у тебя есть, не надо на него идти. Включи мозг, ну серьезно, не надо ходить на вооруженного противника. Ну что это за херня? Давайте, короче говоря, на этом на сегодня закончим. Блин, охеренно, здесь столько всего этих челленджей, и надо их побыстрее пройти, пока они стали сложными, а то они слишком легкие. Да, это прикольно. Однако Микоза сегодня сделала прям красиво. Ссылка на будет в описании под видео, подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, на инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, и любите животных, не надо с ними так издеваться, а то это же все, это всего лишь игра, ни в коем случае нельзя применять это в жизни, нельзя, я запрещаю, это запрещено всеми абсолютно, забудь, если ты уже хотел. Все, всем до встречи, всем пока. Раньше здесь был мат.